Отчетно-перевыборные конференции общества охотников и рыболов проходят согласно уставу раз в 5 лет. На них делегаты выбирают председателя и членов правления. Сегодня наблюдается снижение количества членов. Если в 2013 году в Дмитровском обществе охотников и рыболов было зарегистрировано 2242 члена, то в 2015 году 1827. По словам председателя общества Вячеслава Гусарова, это связано с негативной экономической ситуацией в стране. У людей просто нет денег на покупку охотничьего оружия и экипировки. Например, чтобы стать членом охотобщества, нужно потратить не менее 50 тысяч рублей. На февральской конференции было зарегистрировано 43 из 48 делегатов. По итогам тайного голосования большинством голосов был переизбран на должность председателя правления Вячеслав Гусаров. Делегаты также выбрали новый состав правления общества в количестве 15 человек. На конференции были подведены итоги работы общества за прошедший год. На сегодняшний день общая площадь охотничьих угодий не сокращена и составляет 126 тысяч гектаров. По сравнению с 2013 годом немного увеличилось поголовье лося с 268 до 278 голов. А вот в связи с эпидемией африканской чумы свиней поголовье кабана сократилось. Неплохих результатов добилось руководство в финансовой части. В 2015 году при плане в 10,5 миллионов рублей общество заработало 12,5 миллионов. Благодаря этому удалось организовать разведение фазанов в количестве 250 штук для охоты на них, а также устройство дополнительных прикормочных площадок для животных.